Программу Республиканского фестиваля культуры российских соотечественников «Мы вместе» доверено образцовому вокальному коллективу «Веселые нотки» Дворца культуры Молдавской КРЭС «Энергетик». Художественный руководитель Елена Богуцкая. Ой, свечу, брата, спал ночью, головка болела, ой, да головушка моя болела, гулять захотела, да гулять захотела, в зеленую рощу, ой, ты Параня, ты за что любишь Ивана? Вот я за то люблю Ивана, что головушка кудрявая. Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява, бородушка кучерява, кудри вьются до лица. Люблю Ваню. Маленький артист с большой буквы. Воспитанник образцового вокального ансамбля «Дарование» Дворца детско-юношеского творчества города Тирасполь. Тимур Каширин с песней «Я лечу над Россией». Художественный руководитель, народная артистка Приднестровской Молдавской Республики Вера Лапенкова. Золотые на поле.
Город Бендеры. Музыкальный руководитель Людмила Новицкая. Художник по костюмам Татьяна Куслей. Хореографическая постановка «Маки». Thank you.
выступление вам дарит солистка образцового театра песни «Овация» Дворца детского и юношеского творчества города Дубоссары Юлия Яндульская, художественный руководитель, отличный работник культуры Приднестровья Ольга Дубаева. Развития ребенка Наталья Шарапановская. Стихотворение Николая Бычкова. Память. Хореографическая постановка «Варенька» исполняют воспитанники Каменского центра развития ребенка. Хореографы Татьяна Войт и Нина Подопригара. Маленькая, маленькая, хорошая, маленькая, ой, дети.
сотрудники Каменского центра развития ребенка. Хореографы Татьяна Войт и Нина Подопригора. В этот замечательный ноябрьский день всем нам необходимо побольше солнца и тепла. Их нам дарит вокально-эстрадная группа «Зефир» с оранжевой песенкой. Художественный руководитель Наталья Ануфриенко.